Цвет имеет свойство эмоционально воздействовать на душу. И даже на душу серьезного юриста. Под впечатлением от выставки импрессионистов Василий Кандинский оставил профессию. И в 30 лет решил посвятить себя искусству. Получилось не сразу. Художники в студии подшучивали над пестрыми этюдиками Василия Васильевича. Но он продолжал искать себя в творчестве. Узнайте больше про этот путь в стенах Третьяковской галереи.